Всем привет, меня зовут Настя и я художник. В этом курсе мы вместе с вами сплетем авоську для того, чтобы носить ее этим жарким летом, ходить с ней на пляж, по магазинам, и в целом я уверена, что она очень своеобразно дополнит ваш образ и выделит вас из толпы. В этом уроке я познакомлю вас с материалами, которые мы будем использовать в курсе, а также проделаем первые подготовительные работы. Итак, приступим. Основной инструмент, который мы будем использовать в этом курсе, это вот такая бобина с нитками. Здесь у меня изначально в упаковке было 100 метров. Ее, в принципе, хватит на 3 таких авоськи, которые мы сегодня будем плести. Толщина нити здесь 5 мм, она скручена вот в такой жгутик, то есть из трех состоит. Ну, то есть в конце курса мы будем распушать кончики, и вот эти нитки, они очень хорошо отделяются друг от друга и разделяются. В этом ее плюс. Также есть нитки, которые сплетены как косичка, как бельевая веревка. Они не распушаются так легко. Поэтому, если хотите сделать авоську в один в один, как в курсе, то вам нужна именно веревка, которая распушается на концах. Далее нам потребуется хлопковая ткань. Это может быть хлопковая ткань, это может быть льняная ткань, для того, чтобы мы сшили мешочек, который поместим внутрь авоськи. От него также можно отказаться, если у вас нет в наличии или в ближайшее время нет возможности купить ткань для внутреннего мешка. Но тогда в авоське получится носить только какие-то крупные предметы, которые не будут проскальзывать сквозь плетение. Цвет я подбирала под нитки, то есть ткань мешка, она на один тон темнее, чем нитки. Еще на что стоит обратить внимание, когда будете подбирать ткань под нитки, или же наоборот, у вас, допустим, есть ткань, которую вы хотите использовать, и вы подбираете нитки для них, обращайте внимание на температурный оттенок, так скажем. То есть у меня здесь нитки холодного оттенка, и ткань, она также холодного оттенка. То есть и поэтому между собой они хорошо смотрятся и, в принципе, выглядят как родные. То есть если вы возьмете, допустим, ткань теплого оттенка, а нитки холодного оттенка, и с такой сильной разницей, ну то есть если бы вот у вас ткань была темнее, чем нить, еще сильнее, то мешок, он может смотреться достаточно грязным внутри. Также нам потребуются второстепенные инструменты, такие как булавки, нитки. Нитки также подобраны в тон. Нам понадобятся ножницы, линейка и малярный скотч. Скотч можно использовать прозрачный, это не принципиально. И также нам потребуется простой карандаш и еще набор иголок. Потребуется нам всего одна иголка, то есть целый набор не нужен. Но если, допустим, у вас нет булавок, вы можете этими иголками потом схватывать ткань. Для начала мы откладываем все подальше, чтобы нам ничего не мешало, потому что сейчас будет самая такая масштабная работа. Мы будем нарезать нитки нужной нам длины. Для этого вы можете использовать сантиметровую ленту, либо линейку. То есть чем больше линейка, тем лучше, да, то есть тем проще будет замерить. У меня отрезки будут длиной 2,5 метра. На мой рост это самая оптимальная длина, то есть мой рост 1,70 м, учитывая длинные ручки у авоськи. Сама вся авоська, она будет заканчиваться примерно на середине бедра. То есть там снизу будут висюльки, вот такие примерно, и они закончатся на середине бедра. Если ваш рост меньше, чем 1,70 м, допустим, 1,55 м или 1,60 м, вы можете уменьшить длину отрезков, тем самым подогнать авоську под свой рост, чтобы она не болталась у вас прямо до коленок. Сейчас мы нарезаем 16 отрезков длиной 2,5 метра. Наши 16 отрезков готовы. Я их оставила согнутыми пополам. Края у меня, они не прям один к одному, так же, как и сверху, потому что я замерила длину одного отрезка и потом по нему отмеряла все остальные, и, естественно, там была погрешность. Это ничего страшного, потому что длину мы брали с запасом. Следующее, что мы делаем. Располагаем наши отрезки на столе. И далее нам с вами нужно будет замерять линейкой расстояние и завязывать наши первые узлы. Вот эта часть, это будет часть, которая будет креплением для ручки через плечо. На мой рост у меня эта ручка будет занимать 25 сантиметров. То есть, если у вас рост меньше 1,70 м и вам нужна авоська покороче,
покомпактнее, то вы замеряете и по этой мерке завязываете узел. У меня это будет 25 сантиметров, вот столько. И сейчас сразу приступаем. Узлы мы вяжем простые, плоские. То есть я беру отрезок, продеваю его, заворачиваю в петельку, продеваю, кладу обратно на стол, замеряю линейкой, сколько у меня получилось. Естественно, он подтянулся кверху, поэтому я его сейчас немного приспускаю. Перед тем, как затянуть узел, я отмеряю и затягиваю. Отставляю, беру следующую. Мы можем замерять по уже существующему, по первой петле, то есть ориентироваться по размерам на нее. Но так как эта петелька у меня вышла с запасом в 1 сантиметр, я ее отставляю в сторону и следующий узел буду вязать также по метке 25 сантиметров. Отлично. И сейчас дальше я уже убираю линейку и буду вязать на остальных веревках узлы, ориентируясь на уже существующий. До последнего момента я не затягиваю плотно узел. Всегда сверяюсь с нашим образцом. Погрешность имеет место быть. Главное, чтобы в основном в своем количестве петли занимали по 25 сантиметров. Все остальные подтянутся под них и будут исправно выполнять свою роль. Все, наши все узелки готовы. И следующее, что вам нужно сделать, это провязать такие же узлы на оставшихся 8 отрезках. Далее мы с вами раскладываем наши завязанные отрезки на одинаковом друг от друга расстоянии, примерно 3 сантиметра. Нужно сделать так, разложить их, чтобы узелки все были на одном уровне. Далее мы берем скотч, у меня это малярный скотч, вы можете использовать тот, который у вас есть, то есть любая липкая лента подойдет. И сейчас за узелками я приклею наши отрезки к столу. То есть я просто привожу скотч и проглажу пальцем. Таким образом, чтобы скотч приклеился и к отрезкам, и к столу. Подравнивайте узелки, чтобы они были на одном уровне. И на плюс-минус одинаковом расстоянии друг от друга. Мы с вами подробно разобрали материалы, которые будем использовать в этом курсе. И сделали все основные подготовительные работы. А для продолжения работы увидимся в следующем уроке.